Русский взгляд на проблемы разводов – тема нашей программы. Вы смотрите «Русский взгляд». Я Лена Писарева. Здравствуйте. Сидишь, и слезы начинают течь из глаз. Вот как сейчас. Хотя вроде думаешь, ну ты же все правильно делаешь. Вроде понимаешь, что ты, в принципе, ну, есть какие-то ошибки совершила, но, в общем-то, ни в чем не виновата. Самокопание в себе, вот эта вот жалость к себе, вот это вот эти чувства ни в коем случае нельзя допускать. Через 3 недели Надежда с мужем Сергеем идет в ЗАГС разводиться. Договорились тихо-мирно разделить имущество и расстаться друзьями. Все точки расставлены, но почти уже бывший муж вдруг стал беспричинно агрессивен. Он меня накануне очень сильно ударил. И еще неизвестно последствия травм, потому что я ходила к хирургу, и у меня, возможно, перелом черепа. Еще недавно распадало 70% браков. Сейчас этот показатель немного лучше, около 60%. Огромное количество пар проходит через этот стресс. И почему-то случается так, что люди, переживая расставание, перестают себя вести как люди. Мы уходили, одевались. Вот, слышишь, она там летит с кухни, иди убирай, я все убрал. Иди убирай. Все убрал. Она его хватает за шиворот с ударом, тащит на кухню и бросает под стол. Он ударяется об стол головой, плачет, кровь из носа пошла, и я его в понедельник к врачу. Сотрясение мозга. Я сразу пошел в милицию, потому что уже куда дальше. Михаил с женой Верой разводится через суд, но делят не имущество, а 9-летнего сына Вову. В тот вечер, когда мальчик получил сотрясение мозга, Михаил уехал с ним жить к своей маме. Он считает, что спас мальчику жизнь. Вера отстаивает свои материнские права. Мама меня бьет, с папой лучше, мама меня никуда не водит. Когда сыну говорится, я тебя била и не так еще бить буду, сейчас папу выгоню. И потом говорит, что я настраиваю сына против матери, да не надо мне настраивать. Не надо мне этого абсолютно делать, не нужно. Я за то, чтобы были нормальные отношения. Но я просто вижу, что человеку наплевать на сына по большому счету. 1,5 года мальчик живет без матери. Михаил уверен, что это пошло ребенку на пользу, окрепла психика. Мама Вера забирала его лишь 2 раза. И то Вова звонил папе и просил скорее за ним приехать. О чем ты мечтаешь? Да. Скажи, о чем? Жить с папой. Это сейчас старшеклассник Дима понимает, что развод его родителей был неизбежен. Но в 11 лет мальчик не мог найти объяснение, почему так происходит. Он помнит семейные ссоры и вопрос, с кем ты останешься, когда мы разведемся. Дима стал хуже учиться, переживал и обижался на обоих родителей. Отвлечься помогали только репетиции в школьном театре. Были такие моменты, что я звонил папе, говорил, что я остаюсь у мамы, и звонил маме, говорил, что я остаюсь у папы. И в конечном итоге я оставался у друзей. Вот. Не хотел никуда ехать вообще. Бесспорный факт. Больше всего от разводов страдают дети. Душевные травмы и, как следствие, комплексы и невроза. В отдельных случаях даже развитие шизофрении, когда ребенок повзрослеет. Тяжелее всего дети переживают не сам развод, а выяснение отношений между родителями, как до, так и после распада брака. Что уж говорить о том, если ребенок становится орудием мести. Вот на сегодняшний день режим опять моих встреч не таков. Я приезжаю в школу. Раньше это было наобум, и даже я могла ее не обнаружить в школе, потому что она просто не приходила по разным причинам, которые мне не объяснялись. Сегодня я предупреждаю заранее о своем приезде педсостав. Приезжаю, и 10 минут перемены принадлежат нам. Ольга, обычно в таких условиях встречаются мамы, которые или лишены родительских прав, или в них ограничены. Вы можете встречаться тогда, когда вы хотите, и в каком режиме вы захотите. Бывший супруг отобрал дочь у заслуженной артистки Ольги Тумайкиной. Андрей Бондарь взял их дочку Полину на день рождения крестному и не вернул. Ольга была вынуждена обратиться в суд, чтобы тот установил место проживания ребенка. Ну, удивительно, это удивительно. Я не могу... Я в ум не могу взять, как это возможно. Вы будете отстаивать? Да, конечно. Конечно. Безусловно. Эти кадры были сняты накануне судебного заседания. Тогда в защиту Ольги подписали коллективное письмо ее коллеги, артиста театра Вахтангова.
10 лет служит в нашем театре, прекрасная актриса, замечательный человек. Дочку ее я тоже видела, она приходила сюда и приводила ее. И сказать, что это есть какие-то отклонения, это просто даже смешно. Ребенка 11 год, и все это время мы были семьей, а он был очень отдельно от нас во всех смыслах, и в материальном, и в каком-то духовном плане. И вдруг вот такая инициатива, которая откуда ни возьмись появилась, так скажем. В студии программы «Русский взгляд» главный герой программы, актриса театра имени Вахтангова, заслуженная артистка России Ольга Тумайкина.